Может, поговорим? Я Икката. А ты Элой, да? Слышал, ты прогнала Регалу с Кульрута. Ты можешь помочь мне и деревне? Наш народ уже давно собирает детали скарабов и зубоскалов в лесу на западе. Но теперь там появились опасные машины. Точно есть загонщики. И ходят слухи, что не только они. Раньше я просил о помощи шерифа, Чекату. Если появлялся враг, но его убили у света пустоши. Просить некого, а местный гарнизон с ними не сладит. Что скажешь, поохотишься? Почему бы и нет? Странно. Чеката всегда отвечал точно так же, один в один. Это хороший знак. Встретимся на краю леса к западу. Поохотимся. Буду рад компании. Посылает сигнал. Это Икката. Собирается на охоту. Рад видеть. Место, где мы обычно собираем детали, тут рядом. И опасные машины там. Идем со мной. Веди меня. Я охочусь в этом лесу с самого детства. Во время войны кланов мы с Чекату оборонялись тут от долины. Ту битву, кстати, Хикара проиграл. Ты сказал, Чеката был шерифом? Да. Когда Хикара заявил, что хочет объединить племя, он вызвался пойти на первый Кульрут. Мне было грустно, когда он покинул клан ради служения. Но он часто возвращался, и я всегда был ему рад. Вот они, машины. Слышал, ты сильнее. Так что веди. Но осторожно, там могут быть еще. Ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь!
посмотрим, как ты сдохнешь, машина! В хранилище. Хорошо билась. Лучше любого шерифа. Даже лучше Чикаты. Вы были не просто друзья? Да. Когда он покидал деревню, я всегда переживал за него. А теперь его нет. Мне жаль, Ката. Он много для тебя значил. Нет-нет. Ты помогла всей нашей деревне и утешила душу старого солдата. Вот, возьми. Ты заслужила. Ты юна и сильна, тебя ждет много побед. Но ты можешь навестить меня. Вдруг захочешь на охоту. Вполне возможно. Надо быть готовой ко всему. Руины предтеч. Интересно, что внутри?
Добро пожаловать. Видели бы вы это? Она сильнейшая. Стой на месте! Этот-то клинок твой, а вот настоящий нет! Твое мужество вдохновляет. Так ты бегемота не остановишь. Заходи. Каждая битва полна неожиданностей. Она правит себя десятой. Она меня заметила. Thank you.
Если понадобится, потом заберу. Это мне скоро понадобится. Ладно, надо переплыть на остров и найти причал. И Альву. Никого. Странно. Что ж... Значит, никто не помешает мне взять лодку. Переправы тоже никто не охраняет. Где вся Квен? Наверное, в причале. Надо найти его. Где-то на северо-востоке. Thank you.
мой разрушенный Паш. И где-то здесь под песком. Надеюсь, Альба и другие твои помогут их найти. Ставлю при себе. Наверное, там впереди вход в причал. Эй! Это она? Живая легенда! Это причал, да? Я ищу Альву. Блеститель Бога и велел привести тебя к нему, если ты прибудешь. Прошу, идем. Беги, скажи, что мы идем. Это она! Искатель права. Блеститель Бога, незнакомка вошла в ворота. Я знал, что Альва не будет врать. Ты вылитый особок. Альва здесь? Хочу поговорить с ней. Я рассмотрю твою просьбу, когда мы поймем, кто ты такая. Живая легенда, как считает Альва, или враг, укрывшийся под ее личиной? Я вам не враг, ясно? Но на материке ваши солдаты стреляли в меня без предупреждения. Это ты так говоришь? Те солдаты погибли и не могут рассказать правду. Я пыталась уйти от боя. Позволь представить тебе директора. О, вот и наше загадочное гостье. Что ж, Бохэй, что ты предвидишь? Кто она? Это загадка, мой директор. Почему она выглядит как собак, но ничего не знает о нас? Неужели мы поверим, что живая легенда родилась на убогой земле, отделенной океаном от мира избранных? И если так, то почему? Я не знаю. Она скажет. Но предупреждаю, лжи мы не потерпим. Отвечай. Что ты здесь делаешь? Какова твоя цель? Я ищу место под названием Фивы. И что тебе там нужно? Альва немного рассказала мне о ваших поисках. Пожалуй, мы ищем одно и то же. Способ исцелить мир. Как я и думал. Скажи ей. Мы нашли Фивы.
Последнее пристанище тайн Теда Фаро. Это недалеко, но путь закрыт для нас. Машина не дает нам попасть в тот район. Искатель Альвы сейчас там, вместе с копателями и солдатами. Она в порядке? Разведчики говорят, что машина зажала наших людей. Они обороняются, но не сдаются. Машина, да? Я могу с этим помочь. Альва рассказывала о твоих возможностях. Но сперва несколько вопросов. Мы постараемся ответить. Вы нашли Фивы. Как? Легенды открыли их нам вскоре после основания причала. Почти год назад. Альва обнаружила древние документы. Я проверил их подлинность. В них говорилось о постройке гигантского подземного дворца. Где именно? Близко. Под Великой пирамидой в руинах неподалеку. Логично. Тед обожал пирамиды. Вы были внутри? Нет. Возникла проблема, одна из многих. Их мы сумеем решить в свое время. В первую очередь надо справиться с машиной. Надеюсь, ты и правда специалист по ним, как рассказывала Альва. Что именно вы ищете внутри ФИФ? Я думала, Альва нашла нужные данные. Плыть через океан – большой риск. Поэтому здесь мы должны найти как можно больше свидетельств наследия. И Фивы – важнейшая находка. Мы не уплывем отсюда, пока не завладеем их тайнами. Значит, ты начальник Альвы. Коллеги из Совета Блюстителей поручили мне возглавить научный отдел и обеспечить сбор данных для этой экспедиции. А ты возглавляешь всю экспедицию? Это преуменьшение! Ты обращаешься к брату императора всех Гвен, наследнику земель Великой Дельты и первому директору за 5 поколений! Ей достаточно знать, что здесь я управляю всем. И что я намереваюсь постичь тайны ФИФ. Я тоже. Повезло. Вы пересекли океан на этих судах? Это было непросто. Великие не боятся трудностей. Воистину. Мы 7 лет строили нашу флотилию. Эта экспедиция – величайшее достижение нашего поколения. Поход. За знаниями через бездонное море, и на кону стоит судьба всего племени. И ничто из этого не свершилось бы, если бы не воля директора. Путь сюда был труден, как и покорение этих земель. Наши моряки и солдаты через многое прошли, я это знаю. Но все это... Во славу Квен! Я запомню. А что за машина не дает вашим людям отойти от ФИФ? Громозев. С ними мы уже сражались, но этот... Сильнее, мощнее и с черной броней? Да. Откуда знаешь? Неважно. Будет непросто, но я с ним справлюсь. Судьба улыбается нам. Я знал, что будет так. Сама живая легенда пришла к нам. И она поможет мне открыть тайны ФИФ. Подготовься, если нужно. И иди к ФИФам, к основанию пирамиды в руинах. Мы пойдем за тобой, как узнаем, что ты расчистила путь. Мышцы разовьешь.
было одно интересное место, но мы не смогли попасть в него. Слишком много машин. Здесь ты обязан. Ладно, пойду к большой пирамиде сражаться с Громозевом. Пожалуй. Дрон. Наверное, часть циклопа. Если извлечь из него данные, я смогу подключить его к куполу. Но как туда добраться? Держится. Дикарка! Беги, чужачка! Там машина убьет тебя! Вот ты где! Придется нам драться! Thank you.
послала ту машину? Меня прислал директор. Мне нужно поговорить с Альвой. Тогда проходи. Открыть ворота! Элой! Сюда! Иди сюда! Надо поговорить. Как ты меня тут нашла? Иди сюда. Поговорим. Альва, рада, что ты в порядке. Ты избавилась от машины. Но что ты здесь делаешь? В Фивах есть кое-что, что мне нужно. Я была в причале, встретила директора, и мы договорились с ним. Как бы. И ты поможешь нам попасть внутрь? Вроде того. Переговоры были напряженными. Очень. С этим парнем что-то не так. И я не понимаю, что ему нужно в Фивах. Я думала, мы нашли на материке все нужные данные. Те данные мы будем разбирать годами. А директор требует результатов. Элой, будь осторожна. Он... А вот и они. В наследии сказано, что Элизабет Собек помогла легендам преодолеть все препятствия. И так случилось сегодня. Ты сдержала свое слово. Хорошо. Фивы ждут внизу. Идем. Вот это раскопки. Здесь все было затоплено. Пришлось откачивать очень много воды. Узрите дверь Фивы. Это непростая дверь. Да, в этом ты прав. Она откроется только перед одним. Тедом Фан. Но в наследии сказано, что он тесно сотрудничал с Собек, доверял ей. Она могла открыть эту дверь, а значит и ты сможешь. Нет, не выйдет. С этой стороны точно. Ты сказал, что она живая легенда, и в ней возродилась Собек. А, простите. Фаро был велик, но он не мог построить дворец один. Мы знаем это из документов, которые нашли. Из тех, что указали нам на это место. И мы нашли упоминания о нижних проходах. Может, их сделали для строителей... или для слуг. Нам туда не добраться. Они затоплены и расположены слишком глубоко, но... Да, я доберусь. Внизу может быть другой вход. Видите? Собок всегда находит путь. Так сделай это и пусти нас внутрь. Вода теплая, как в горячем источнике. Эта штуковина огромная и спускается вниз до самого дна. Наверху какой-то пролом. Может, там проход?
Да, тут я попаду внутрь. Должно быть что-то, что может остановить турбину. Турбина остановилась. Здорово. Опять. Я прячусь в тренажерке и пишу, чтобы не сбрендить в этом зоопарке. Не верится, что Григорий умер. Наш так называемый духовный лидер вчера был жив-здоров, а утром его нашли мертвым. И никто со мной об этом не говорит. Обращаются со мной, как с ребенком. Шепчутся за спиной, как будто меня шокирует смерть после конца света. Значит, Тед взял с собой в бункер компанию. И эту девочку тоже. Жилые комнаты. Довольно большие. Нет ничего нормального в компании из ученого, его дочери, гуру и, скажем прямо, целого гарема, переживающих конец света в подземном бункере триллионера. Но после смерти Григория все, боюсь, станет только хуже. Он эти пару лет держал Теда в узде. Типа того. А что будет без него? И мы даже не знаем, что с ним стряслось. Девочка права. В Теде нет ничего нормального. Ха-ха-ха!
Мы все потрясены безвременной кончиной Григория. Он был глубоко духовным человеком и не боялся заглянуть туда, куда другие не осмеливались. Я попросил доктора Сонта, узнать, что с ним случилось. Уверен, у него была какая-то болезнь, наверное. Главное, что мы хоть и будем скучать по нему, но продолжим жить. И я смогу впустить сюда. Все будет в порядке. Да, сдается мне, все было совсем не в порядке. Вы посмотрите. Этот бункер не лишен красоты. Так, вот и дверь. Надеюсь, она открывается изнутри. Большинство женщин Теда меня не любит. У них тут идет война домохозяек за внимание единственного муженька. Но Брианна, голубевица, она другая. Всегда очень добра ко мне. Мне нравится ее голос. Правда, после смерти Григория ее почти не слышно. Она не предполагает, не гадает, как остальные. Она что-то знает, это точно. И я выясню, что именно. Ага, отлично. Протокол аварийного выхода. Открыто. Судьба ждет нас. Я знал, что у тебя выйдет. Что происходит? Директор готовится войти в Фивы. А почему ты одет как Тед Фаро? Я и есть новый Фаро. Его сущность перешла ко мне сквозь годы, сквозь многие поколения. Его душа — моя душа. Его воля — моя воля. От него меня отличает лишь одно. Я не знаю его последних слов, его главных тайн. Но теперь дверь открыта, и тайны эти лежат передо мной. Когда я обрету их, мы с ним полностью воссоединимся. У меня будет все необходимое, чтобы спасти нашу родину и мир, как сделал Фаро. Погоди. Кажется, ты что-то путаешь или не знаешь, кем был Фаро? Лишь я достоверно знаю, кем он был, кем он стал. Мной. Возродитель. Величайший из легенд. Человек, спасший весь мир. И ты. Ты понимаешь, Собор? Ты — это она, предвестница Фаро, его помощница. Идем. Мы войдем в Фивы вместе, как и должно быть. Принесите ее одежды. Одежды? Он Фаро, а ты Собок. Ради такого случая разве не должна ты надеть подобающий деловой костюм? Нет, я это не надену. Ни за что. Ты обязана одеться подобающе случаю. Или что? Говорят, Собок ценила жизнь превыше всего. Это правда? Ладно, давайте ваши одежды.
Прекрасно. Ну что, идем? Поглядите вокруг. Какое величие! Владение Фаро. Аж дух захватывает. Прекрасно. Где-то здесь Фаро оставил свои тайны. Пора их отыскать. Ваша роскошность, может нам оставить стражников защищать выходы? Пожалуй, так и сделай. Памятник. Тут не ошибешься. Кто рискует, тот получает, блюститель. Наверное, здесь проход вниз. Прекрасно. Запомни здесь каждую деталь, Бохель, для потомков. У вас будет собственное наследие, повелитель. Он заслужил его. Разумеется, ваша светлость. Интересно, у Фару была такая ноты? Всегда такую хотел. Мы не будем обсуждать твои ноты, Бохай. Брианна рассказала, что Григорий влез в закрытые файлы и нашел нечто ужасное. Что Тед убил важных людей проекта «Новый рассвет». Неужели Тед наказал Григория? Убил его за то, что он нашел? Как такое возможно? Папа сказал, что на теле Григория следов не было. Сердце просто остановилось. Там что-то интересное? Я пока не разобралась. Все это так странно. Я предупреждала. Да, точно. Я все объясню, если мы не погибнем здесь. Они меня пугают. О, статуи, стражи владений Фаро. Это не статуи. Берегись! Уводим директора! Значит, мы тут одни. Очень неплохо! Блюститель Бохай решил вернуться на поверхность. Мудрый выбор. Не стоит подвергать искателей опасности. Итак, хватит тянуть. Идем дальше.
сегодня Брианна не проснулась. Умерла. Как Григорий. Я смотрю на огромную, страшную статую Теда в большом зале. В его глаза. И теперь знаю, что и он за мной смотрит. Смотрит за всеми нами. У него всегда была власть над нами. Я просто не понимала, какая. Ты нашла информацию? Фрагмент. Свидетельство могущества Теда. Кажется, нам сюда. Когда я строил это место, заказывал проекты всех систем, я знал, что мне необходимо. Разумеется, защита. Понятное дело, вечный источник энергии, но еще контроль над любыми возможными событиями. В конце концов, нельзя предвидеть все, особенно когда замешан человеческий фактор. Что ты узнала? Поверь, лучше тебе не знать. Наверное. Что это? Откидной трон и какое-то устройство рядом. Интересно, зачем оно? Как интересно, для чего это? Простите, директор, мы не знаем. Лидер не доступен. Что скажет живая легенда? Она тоже в неведении. Просканируй устройство. Ты сделал для него? Ты встроил выключатели в голову всех нас? Кань, прошу, не осуждай меня. У меня не было выбора. Если бы я отказался, что бы он сделал с нами? Что бы он сделал с тобой? Малышка моя, ведь я же пытался спасти тебя. Зачем, папа? Правда, зачем? Чтобы нас заперли в этом подземном кошмаре? Ты знаешь, что нужно сделать. Прошу. Ты нашла запись, Элой? Внес небольшие корректировки в курс генной терапии. Отправлю и добавил новую позже. Смесь, чтобы снять симптомы, вызванные мутацией. Надеюсь, этот курс лечения стабилизирует состояние. А иначе Бог знает, что Тед сделает с нами. Ранние результаты так обнадеживали. Никакого старения, никакой деградации клеток. А сейчас... Вот бы вернуться в лабораторию в Бангкоке. И к старым коллегам. И коллекции спиртного. Хватит. Нужно верить в успех. Ради Кани. Ты что-то видела? Я знаю. Говори, как Фара использовал это устройство? Кажется, он проходил лечение, чтобы жить дольше. И намного. Правда?
Может, он еще жив? Не глупи. Если бы он был жив, он не отдал бы свою сущность. И она не перешла бы ко мне. Помни, он был возродителем. Конечно же, он сокрушил все препятствия на пути к тайнам жизни и смерти. Но не для себя. Все, что он делал, было ради нового начала. Ради нас. Ради Квен. И ради наследника. Меня. Знаешь, пожалуй, ты все-таки прав. Ты очень сильно напоминаешь Теда Фаррелла. Я знал, что ты поймешь. Идем дальше. Нас ждут тайны. Какой маленький кабинет. Для кого-то незначительного. Взгляните на оборудование. Мы приближаемся к сердцу этого места. Я чувствую. Автоматическая геотермальная электростанция прямо под Сан-Франциско. Это чудо. Даже я могу ей управлять. А я всегда был скорее провидцем, а не инженером. Поэтому я и решил заранее ввести совершенно уникальную функцию. На случай, если кто-то вдруг попытается стянуть мой, так сказать, кусок хлеба. Ломайте дверь. Я поищу другой путь внутрь. Хорошая мысль. Раньше удавалось. Прекрасно. Приступай. Ага, это какая-то вентиляция. Неплохая мысль. Вскройте дверь! Лежащими рядом на полу его кабинета. Наверное, отравились. Я бы никогда не стал их усыплять. Боже, она же была совсем юной. Я дал им жизнь. И вот как они мне отплатили. Бросили одного. Впрочем, я был одинок с самого начала. Один нес это бремя. Ради прошлого и будущего. Старина Тед... Кто бы ни умер, он жалеет только себя самого. Будущего Лис, и я детей. Они придут.
и я встречу ее. Сам-то сказал, что я больше не старею. И даже если что, клетки очень быстро восстановятся. Нужно лишь время, пока прекратятся мутации. Время и энергия. Сам-то сказал, в реакторе есть все, что нужно. Мои силы вернутся. И я буду вечно молодым. И встречу детишек. Я им понадоблюсь. Мой совет. Руководство. И мое одиночество кончится. Тайны Фара хранятся здесь? Не те, которые ты ищешь. Но они должны быть здесь. Поверь, не входи туда. Ты спятила? Я столько преодолел, чтобы оказаться здесь. Наконец, наследие Фара мое. Здесь все. Стой, нет! Здесь все взорвется, если... И убить их, а не свидетели. Держись там! Прикончить ее!
бежать! Нашли то, что поможет не только вам, но и всем остальным. А где директор? Он погиб. Скажите всем, что он пожертвовал жизнью, чтобы открыть тайный ФИФ. Понятно. Ты меня, видимо, за болвана держишь. Что? Нет, нет. Директор был наделенным властью эгоистом, исказившим нашу веру ради своей выгоды. Думаешь, я поверю, что он пожертвовал собой ради истории? Говори мне правду и ничего не скрывай. А иначе я просто прикажу солдатам... открыть огонь. Погоди. Ты прав. Правда в том, что директор во всем виноват. Он уничтожил Фивы, а потом умер смертью труса. Но
мы правда нашли там кое-что, что поможет вашей родине. Если я это заберу и использую. Если мне придется, я вступлю в бой с вами. Но можно и по-другому. Просто отпусти меня. И прими почести, когда все пойдет на поправку. Успех понравится всем больше, чем провал. Кажется, наши с тобой судьбы переплелись. Причал открыт для тебя. Если нужно, приходи и уходи, когда хочешь. Но возьмешь с собой Альбу, чтобы я был в курсе дел. Хорошо. Фивы, очевидно, потеряли всю свою ценность. Мы вернемся к кораблям. Альва, я жду подробных отчетов. Ясно? Я думала, он сейчас убьет нас. А вместо этого я пойду с тобой. Я рада. Но сама ты до нашего лагеря не доберешься. Варл, у нас новая гостья. Встреть ее у переправы Квен и проводи в лагерь. Ладно. Жду не дождусь. Тебе там понравится. Варл даст тебе визор получше и все данные, которые захочешь. Иди к переправе. Позже встретимся на востоке. Искатель следует за истиной до конца. До скорой встречи! Допуск Омега у меня, и у нас есть все для захвата Гефеста. Но перед возвращением на материк стоит навестить причал. Директора больше нет, может, Квен что-нибудь расскажет? И еще стоит осмотреть весь остров. Нужно сменить эту одежду. Как только директор заставил меня ее надеть. Идет в хранилище. Thank you.
стыдь.